Трехмесячный Егор еще не знает о празднике, который посвящен всем детям. Главный его защитник – мама Саша. Ребята постарше уже понимают, что на страже их здоровья стоят еще и врачи, в данном случае областной детской больницы. Навестить маленьких пациентов и пообщаться с медперсоналом в День защиты детей пришел губернатор Ярославской области. Ему показали технику, которую закупили на средства областной целевой программы, и долгожданный ремонт аллергологического отделения. Ведь зданию больницы уже 70 лет. Последние 3 года подвижка пошла. Молодец. Главный врач, он очень здорово включился в эту тему, и заметные изменения. Мы будем помогать, и как и сейчас помогали с точки зрения оснащения. Приятно, что больница очень хорошо оснащена, и технически, и персонал очень-очень заботливый и квалифицированный, во всяком случае. Это говорит о результатах. Областная детская клиническая больница принимает до 4000 ребят в год. Здесь 4 основных отделения – пульмонологическое, раннего и грудного возраста, где находятся дети от 28 дней до 3 лет, в том числе и отказники. Аллергологическое отделение и дневной стационар. Трудятся в больнице более 100 человек. Сплоченный и максимально нацеленный на результат коллектив. Ну, вы сами представляете, что такое работать с такими маленькими детками, особенно находиться в палате, вот, в которой мы с вами были, и ну, просто там тяжело психически. Поэтому эти люди, кто там работает, совершают ежедневно самоотверженные подвиги. День защиты детей – это всемирный праздник, его отмечают уже 65 лет. Развлечения для детей сегодня устраивали по всей области, а открылись торжества в Тюзе премьерным спектаклем «Русалочка». Евгений Журавлев, Георгий Иванов. День в событиях.